thank you Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем семинар о принципах семейной жизни. В книге польского писателя Генрика Сенкевича «Без догмата» есть такой сюжет. Скульптор Лукомский встретил в Риме молодую девушку Ванду и полюбил ее. Она ответила ему взаимностью. Препятствием для брака было только одно обстоятельство. В роду Лукомских многие страдали глухотой. И он боялся, что тоже с возрастом оглохнет. Он, желая быть честным перед своей возлюбленной, решился рассказать ей о своем опасении. К его радости известие девушку не испугало. Она нежно улыбнулась ему и сказала, «Когда я не смогу сказать тебе, что люблю тебя, то напишу это на бумаге. Молодой скульптор был тронут до слез, а вскоре они оба подшучивали над его страхами. Часто он нарочно притворялся глухим, чтобы побудить ее написать «Люблю тебя». Любовью этой девушки можно восхищаться. Такая любовь делает людей поистине счастливыми. В Новом Завете, в пасторском послании апостола Павла к Титу во второй главе в четвертом стихе содержится наставление. Это наставление касалось молодого служителя Тимофея, чтобы он учил старец, а те, в свою очередь, вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Помимо любви к мужьям, что еще можно делать женщине в браке? Какова главная обязанность женщины в браке? Что по этому поводу говорит священное писание? Давайте рассмотрим библейский взгляд на обязанности жены в браке. Первая обязанность для женщины в браке. Жена посвящает все свои усилия в первую очередь тому, чтобы помогать мужу. Главным приоритетом женщины должен оставаться ее муж. В первой книге ⁇ Бытие ⁇ во второй главе 18 стихе, мы читаем. И сказал Господь Бог, ⁇ Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Женщина названа помощницей. Бог сотворил для мужчины и женщин, чтобы она помогала ему достигать свое предназначение. Не только в физическом плане, то есть рождение детей, но и в духовном, поддерживая и вдохновляя мужчин. Согласно статистике, которую провели психологи, многим мужчинам как раз необходима эта поддержка слова поощрений и воодушевлений. Вторая обязанность. Женщина в браке, жена исполняет данное ей от Бога повеление работать по дому. Апостол Павел в своем пасторском послании, которое мы цитировали ранее, во второй главе послания к Титу, в пятом стихе говорит, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Здесь интересно слово «попечительными о доме» или другими словами «заботящийся о доме». Что это значит? Сразу же в голове всплывают такие действия жены, как готовить еду, стирать, поддерживать в доме порядок, заботиться о детях, принимать гостей. В принципе, большая часть женщин исполняет эти обязанности. Но здесь больше акцент нужно сделать на создании здоровой эмоциональной атмосферы в доме. Именно в этом и состоит главная обязанность жены. Ту же самую мысль мы встречаем в другом пасторском послании апостола Павла Первый посланник к Тимофею это 5 глава, стих 14. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Третья обязанность жены в браке жена постоянно подчиняется мужу всем сердцем. Послание апостола Павла к Ефесинам, 5 глава, ярко об этом иллюстрирует. Стих 22 по 24. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Это непростое повеление, особенно в наше время. Слова Павла во многих женщин, с которыми мне довелось беседовать на эту тему, вызывали возмущение и недовольство. Это что же получается? Я должна быть его рабыней и исполнять все его прихоти? Понимание этого отрывка еще усугубляется тем, что и мужья говорят о повиновении. Ты должна мне повиноваться. Я глава. Однако давайте обратим внимание на этот глагол, который использует апостол Павел. Глагол «повинуйтесь». Здесь есть три момента. Во-первых, глагол «повинуйтесь» стоит в настоящем времени. Это означает, что женщина повинуется своему мужу постоянно. Это мы встречаем и в 24 стихе. И жены своим мужьям во всем. Во-вторых, это возвратный глагол, что может означать, женщина повинуется мужчине добровольно. Обратите внимание, не мужчина заставляет женщину подчиниться, а сама женщина приходит к такому решению она подчиняется сама, а не под диктовку мужа. В-третьих, глагол «повиноваться» стоит в повелительном наклонении. Это воля Бога. И женщине необходимо починить себя под начало мужчин. Этого просит от нее Бог. А что, если мужчина склоняет женщину к греху, или неправильному поступку, обязана ли она повиноваться? Нет. Почему? Потому что мужчина злоупотребляет своим положением. Более того, мужчина призван любить свою жену, а это значит, в первую очередь удовлетворять потребности жены. Стоит немного сказать и о значении слова «починиться». Буквально это слово означает Располагаться под, в данном случае, расположиться под началом или властью любящего мужа, но никак не диктатора. В браке необходимо равновесие. С одной стороны Бог делает мужчину главой, а женщину помощником своего мужа. С другой стороны, оба они равны и перед Богом и друг перед другом. Мужчине заповедано любить жену так, как любит ее Бог. А с другой стороны, женщине нужно подчиниться мужу. Это непростая задача для обоих, и для мужчины, и для женщины. Поэтому здесь необходимо каждому занять свое положение и предназначение от Бога. Только так и не иначе брак станет счастливым, семья здоровой, супружество зрелым. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу».